Гришки, ребятишки, с вами снова Эдисон, ну естественно Катя Крафт, и добро пожаловать в новую серию в Мунструфте, где сегодня нас ожидает новый челлендж. Что, опять молния что ли будет, да? Нет. Летающие коровы, наверное. Нет, не в этот раз, Кать, нет. Может быть, рыбы перевернутые будут бегать вот здесь вот, мешаться нам под ногами. Нет, ты тоже не угадала, сегодня будет совершенно другой челлендж. Ну, говори уже, не томи. Каждую минуту мы с тобой, Кать, будем становиться слепыми. Но как бы это тоже еще не все, потому что помимо этой слепоты, Майнкрафт будет разными способами нам с тобой мешать. Ну или там ТНТ будет спаунить, или там землетрясение, а возможно будут какие-то гигантские пердежи, которые будут вызывать землетрясение. А возможно какой-то метеорит упадет на землю, а возможно коровы-убийцы. На самом деле в последнее время от Майнкрафта можно ожидать в принципе чего удобно. Не путайся под ногами. Вот, от Майнкрафта можно ожидать чего угодно. Поэтому, Кать, этот ролик закончится тогда, когда кто-то из нас погибнет. Поэтому держи меня за руку. Возьми за руку. Ты меня сейчас только что 4 сердечка. Мне придется из-за тебя сырую говядину есть. За руку меня возьми и потопали. А, кстати, у меня же здесь еда жарилась до того, как я начал серию. Вот сюда я поставил. Отдай мне. Да я забрал уже еду, подожди, держи чуть-чуть еды, я там жарю пока что вот это, уголечек. Железо жарю. Погоди, что значит слепыми? Я не понимаю, ну что, я просто буду видеть черный экран? Ну, примерно, да, ну то есть я пока что... Как это вот так вот упадет деньги рядом, уж я взорвусь и все. Ну так в этом-то и весь прикол, когда ты будешь слепая, в самый неподходящий момент сзади тебя появится ТНТ, поэтому тебе нужно быть очень внимательной. Прикольно, то есть вот так вот, это уже было, я уже умею убегать от ТНТ. Минус печка, минус верстак. Минус еда. Наша задача пройти этот Майнкрафт как можно скорее. Мы остановились на том, что мы ничего еще не сделали. А вот и точно. Подойди ко мне, держись сзади меня, не уходи в темноту, темнота тебя съест. Я говорю, держись сзади меня, зачем ты в воду прыгаешь? Вот сюда, вылези. Подожди, мне страшно, я первый раз такое вижу, у меня паника. Так я тебе говорю, держись возле меня, она дается вроде на 20 или на 25 секунд, когда вот такое случается. Сейчас пропадет. Держись всегда возле меня. Слушай, может нам с тобой приручить собаку? Если во время темноты на нас нападет какие-то там черти, она хотя бы нас защитит, как думаешь? Ага, давай, она курятину сырую ест? О! Ест? Да, на! Да сам... Нет, для нее нужны вот эти косточки, у нас косточек нет. Она просто сожрала мне сейчас кусок сырой курицы и всё. Слушай, если мы тебе еду дали, это не значит, что ты неблагодарный можешь оставаться. Держи еду и защищай нас, пожалуйста. Нет, реально нужна кость. Ты бесполезная, ты в курсе? Ага. Все, не обзывай собаку, пойдем дальше. Пошли, нам с тобой нужно... О, она за нами. О, ты за нами бежишь! Пошли в шахту, Кать. Или не в шахту, я не знаю. Я сзади тебя. Слушай, зомби, в этом мире Майнкрафте мы с Катей более опасны, чем ты. Во! Здравствуйте! Кать! Кать, не теряйся! Соня вместе! Мне страшно! Соня вместе! Подожди, тихо! Там взорвал... Ты куда ушел? Подожди, ты где? Ты где? Это я случайно... Я случайно в шахту спустился. Давай за мной. Давай посмотрим, может быть там какие-нибудь эти железные слитки выпали или что-то еще где взорвалось. Думаешь, да там ничего не было. О, где? Ну тут ничего не было, просто обычный камень. Я думала, железо. Пошли за мной. Слушай, на самом деле спускаться в эту шахту настолько рискованно. Давай кто-то один из нас, а? Как ты думаешь? Давай на камень ножницы бумаг. Подойди сюда. Не, давай ты, я уступаю тебе, мне не жалко, иди. Ну хорошо, слушай, если вот сейчас заспавнится ТНТ, помни меня вот таким молодым, красивым и безбашенным. И в кожаной куртке. Ой, Кать, здесь шахта уходит все глубже и глубже, вглубже, туда, куда-то в недры. Вглубь, наверное. Вглубь, да, шахта уходит вглубь. Я, наверное, туда спускаться не буду, как ты думаешь? Ну, если там что-то интересное есть, то покопай и возвращайся. Подожди, я там дальше видел, деревня есть. Может, мы туда отправимся? Ну, не... Ой, 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 Катя! Катя, помогай!
Крипер был. А что, так тоже можно, что ли? Подожди, Крипер возле тебя заспавнился или он, в принципе, рядом? Да! Ну, я не знаю, заспавнился или нет, но он был возле меня. Пошли за мной. Пошли, пошли. Держись сзади меня, держись сзади меня. Очень страшно. А то в любую секунду может подойти Херобрин и сделать вот так. Понимаешь? Нет никакого Херобрина. Отстань от меня с ним уже! Катя до сих пор не верит в существование этого майнкрафтовского LJ. Он существует. Я читала. Это все приколы. Ну все так говорят, кто до сих пор не встречал Херобрина, то что это приколы. А потом в один момент возьмут, встретят, и никаких приколов нет. Ты их встречал? Я встречал Херобрина, это была жуткая ночка. Он явился возле меня с белыми глазами и начал петь «Сайонара бой, сайонара бой». Вот я обосрался, честно, жутко было, очень страшно, но это было давно. Ой, там что-то сзади нас взорвалось даже, а мы не знали. Чё-то я как-то даже... О, Катя, подойди ко мне! Ты где? Катя! Подойди ко мне, держи! Крипер! Кать, мне страшно, наверное, больше, чем тебе даже! Уйди, сатана, уйди! Давай за мной. Как ты его не заметил? Да как? Да потому что темно, как в заднице у Крипера, поэтому давай! За мной, тихо. Ты бывал в заднице Крипера? Ой, не один раз. Интересная история. О, еда будет, о, свет. Деревня. Так, если мы с тобой тихо! Здесь... Кузница! Кузница! Кузнец! Слушай, тут кузница и мало того... Ёперный театр. За 13 изумрудов можно купить железный меч на остроту 3. Так, подожди, да я заберу вот эти печки. Главное, чтобы сейчас ничего страшного не произошло. Поэтому я быстренько забегаю, быстренько. Кать, когда появится Тинти, сразу же кричи, пожалуйста. Едрить просто... меня в мамину перловку! Кать! Иди что? Сюда! Убегай! Ой, опять чё? Темно! Кать, подойди, так, подойди! Под... Я сзади где-то был, вот я. Тихо. Что такое? Что ты нашел? Я нашел две железных вот эти броньки в одном сундуке. Прикинь? Давай мне. Сейчас, подожди, слепота вот это пройдет, и я тебе ее дам. Подожди. Давай прям сейчас. Ладно, держи. Пока никто не видит, я переоденусь. Давай, подбирай. Пока никто не видит, пока темно, Катя может снять там вот это лифчик, вот это все. Ага. Все, молодец, пошли за мной. Пошли. Быстренько, по домам нужно еду, там вот это все. Давай. Пособирать. Еду. Ты что-то продаешь? За 20 пшениц, 1 изумруд, за 1 изумруд, 6 хлеба. Ну ладно. О, картофель! О, 2 изумруда! Забирай оп, быстренько! Я столько еды нашел! Так, здесь сколько у нас... Сколько ты еды нашел? Я очень много еды нашел. Главное, пожалуйста, ничего не спамься! А-а-а, мне страшно! Так, подойди, ничего нет? Подойди дальше, там, где вот это... Только что передо мной в одну секунду посередине дня заспавнился зомби. Ну, в принципе, нормально. Ну, как я ничего говорил... Ничего удивительного. О, я спрячусь в дом, чтобы никакой... Ага, крипер... чтобы взорвалось все нафиг, да? Я надеюсь, что возле меня сейчас не появится никакой ТНТ, пожалуйста. Катя, если что-то, если будет какая-то опасность, кричи, пожалуйста, сразу же. Ну, опасность она уже, потому секунд. Что темно. О, Катя, ТНТ, беги! Ой, минус. А, еще! Ёхан, и баба, это чё? А, 2 крипера! Ты где там вообще? Ты жив? Я заранее хочу извиниться перед всеми подписчиками за крипера, за крики. Но попробуйте поиграть в таком Майнкрафте сами. Давай, пошли. Здорово. Пошли. Здравствуйте. За крипера тоже надо извиниться, на самом деле. И за крипера тоже извините, пожалуйста, я не хотел. Так, что, здесь больше ничего нет? Здесь можно больше... валить отсюда. Да, мы в очередной раз ограбили всю деревню, поэтому... Слушай, ну, может, примерно через серии 180 мы с тобой убьем дракона. Может быть. Ага, мы с тобой убьем дракона, когда будет ураган из-за черепашек. Кать! Какой ураган из черепашек? Что ты сказала? Будет ураган из черепашек, потом все будет перевернуто, плюс будут спавниться динамиты, криперы, зомби, все вообще кто угодно, и мы вообще никогда не сможем пройти этот Майнкрафт. Кстати, тоже верно. Подойди, пожалуйста, ко мне, я не понимаю, куда... Ой, куда я спустился? Так, выбирайся отсюда! Катюха! Я? Ты где? Я не знаю, где я. Ты чё на гору забралась? Давай за мной. Кать, пожалуйста, прикрой меня. Если кто-то что-то заспавнится, кричи в ту же секунду. Я сейчас быстренько сделаю то, что поможет нам отсюда свалить как можно скорее. Давай, слежу. Чё-то я неправильно построил. Вот. Темнота. Кать, садись в лодку! Пауки! Я тоже не вижу, где... А, вот лодка. Все, я поплыл, до свидания, Кать. Эй, а я вижу тебя при...
было приятно познакомиться. Вернись, я вижу тебя, как ты уплываешь в закат. Вернись. Давай быстрее, тут пауки вообще-то жрут меня. Давай, давай, садись и уматываем. Он плавать умеет. Давай, садись. До свидания. Противно как. Ну вот здесь на 100% никто не достанет. Ну, разве что какие-то фантомы или какой-то эндер-дракон. Хотя я сомневаюсь, что здесь возможно, чтобы эндер-дракон заспавнился. А ТНТ может упасть на нас в лодку? Слушай, давай проверим, а? В смысле, давай проверим? Ну давай проверим. Вот сейчас заспавнится ТНТ, если он заспавнится, и проверим. И что? Катя, пока... Слушай, а может вот здесь что-то будет полезное, как ты думаешь? Ну тут пока что есть только зомби. Здравствуйте. Да, офигенно, я спустился под воду, просто офигенно! Я слышу фантомов или мне кажется? Фантомы тут, как бы я с ними дерусь, если что. Здравствуйте, молодые люди, их 4! Какие 4? Помоги мне их 4! Катя, уматывай! Давай, так куда ты... Садись обратно в лодку, я в лодке! Давай! Ёпперс, это я меня сейчас убью! Ёханый бабай, так я не могу! Да я не могу быстрее плыть! Я плыву как можно быстрее! Слушай, я тебе предлагаю спрятаться вот там внутри лавы. Внутри лавы? Ну я сейчас туда заеду, и нас там никто не достанет. Мы просто сжаримся там тогда. Ты думаешь? Ну чуть-чуть. Лавит-то? А, я сюда не могу заехать. Так, ну кстати, если к нам сюда приблизится фантом... Ой, ты меня зажег, ты меня поджег! Прыгай в воду! Ты меня поджег, Катя, тупица! Ты находишься посередине океана. Пока ты горела, ты раз в 10 могла нажать на кнопку Shift и прыгнуть обратно в воду и потушиться. Это секунда дело! Это слишком непредсказуемый момент был. Не надо было подъезжать задницей в лаву и меня прожигать. Это проверка на нубососенность. Ты нубососина. Отлично. Ой, это ты там плывешь? Да, твой суженый ряженый из командировки вернулся. Здравствуйте. Из-за границы. Опа, здравствуйте. Ну шо, ты у нас померла в этой серии, это значит, что серия заканчивается. А ничего, что я померла даже не из-за вот этого дикого странного Майнкрафта, а из-за тебя. Это даже, я не знаю, считается или нет. Всегда надо ожидать самый непредсказуемый исход. Вот, так мы уже серию заканчиваем. Алло, как в смысле, какая невидимость? Все, как бы до свидания, Кать, прощайся, пока здесь опять какая-то вакханалия не началась. И вот такой вот командой слепошарых бабуинов мы тебе говорим спасибо за просмотр нашего экстремального выживания в экстремальных условиях. Екатерина, тебе есть что добавить? Да, что это за полосочка сверху появилась? Визер. Садись! Так, в смысле? Да я еще не успел даже ничего! Даже всю деревню сжигает! И меня даже дивизер убил! Он подтолкнул крипера, чтобы крипер меня взорвал! Да это издевательство нафиг! Еще и слепота. Ну все, можно в принципе прощаться. Я уже в принципе умерла, поэтому всем спасибо. Всем пока. До свидания, короче.